Сегодня мы вам расскажем, как устанавливается потолок Дескор в обычной комнате, где есть внешние углы. Потолок Дескор будет устанавливаться без нагрева полотна, просто на штапиковый крепеж с пластиковым принтусом. Перед началом отделки потолка вы видите черновую отделку стен и то, что люстра висит на потолке. А это витагетка с другой стороны. Люстру монтажники будут снимать после того, как обстреляют профиль. Связано это с тем, чтобы, если они пробьют провода, чтобы была возможность найти, в какой точке это было пробито, потому что вылетит кнопка автомата на щитке счетчика. Сейчас ребята отбивают уровень потолка шнуркой по заранее установленным меткам на углах. Это вторая стена. Это третья стена. Четвертая стена. И завершающая стена. Получилось. Сейчас мы отмеряем до внешнего угла расстояние, чтобы сделать второй запил. Закрепление просто. Внешний угол делается запил галочкой.